История длиною в век. Общественно-политическая газета Республики Советская Чувашия празднует столетний юбилей. На праздничном торжестве в Чувашском драматическом театре побывала наша съемочная группа. Одна из любимых газет жителей Чувашии начала свой путь 10 апреля 1917 года. Тогда еще «Чебоксарская правда» стала первой русскоязычной газетой в Чувашии. Далее выпускалась под названиями «Трудовая газета» и «Красная Чувашия». Ну а свое название «Советская Чувашия» она получила в январе 1952 года. За 100 лет она пережила не одно переименование, взлеты и падения. О том, чем дышала газета все эти годы, гости юбилейного торжества могли узнать из экспозиции истории газеты. Здесь разместили летопись номинательных дат и страниц из истории Чувашской республики. Главные ценности газета никогда не теряла. Почему? Потому что журналисты, имея свои профессиональные качества, имея свой талант, имея определенные вот такие внутренние чувства, выдавали тот продукт творческого труда, и читатели всегда интересовались этой газетой. Новости политики, экономики, решения социальных проблем, интервью с известными людьми, новости спорта. За 10 десятилетий на страницах издания отразилась вся история Чувашии. И сегодня газета «Советская Чувашия» продолжает жить делами и заботами жителей республики, охватывая все актуальные темы. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области СМИ. Лидер рейтинга качества деловых СМИ России, занесенного в Золотой фонд прессы. Лауреат многих всероссийских конкурсов и фестивалей прессы. Все достижения газеты и не перечислить. Газета дважды удостоена ордена «Знак почета». «Советская Чувашия» сегодня живет яркой, содержательной жизнью, результатом которой стал непререкаемый приоритет как для политической и деловой элиты, но главное и для любимых наших читателей. Поэтому особую признательность хотел бы выразить коллективу газеты. Это тем людям, которыми ежедневно на протяжении большого времени мы вместе делаем одну любимую газету. Несмотря на свой возраст, газета остается современной. К юбилею «Советская Чувашия» полностью обновила свой формат. Анастасия Лангина, Расиль Мухаметов, Александр Петров, Республика.